Вставлял музыку из кинофильма «Мужчина и женщина», всем известная история любви. Так вот, «Чёртово колесо» выиграло. И браво Арно Бабаджанян. Он очень любил друзей, очень любил гостей, очень любил праздники. И даже в будни у него всегда находился повод, чтобы собрать всех и устроить невероятное веселье. Сегодня день рождения великого композитора. Сегодня столько гостей, сегодня столько музыкантов. Мы по-настоящему отмечаем этот великий день. А значит, нужно всем вместе собраться и всем вместе спеть гениальную песню. Давайте сейчас под ваши аплодисменты пригласим всех участников концерта. Песня будет известная. Пожалуйста, подпевайте. Ну что, встречайте. Иван Беседин, Нелли Гафиатуллина, Наталья Сорокина, Сергей Зыков. Я тоже останусь здесь. Легендарная свадьба! По проселочной дороге шел я молча, и была она пуста и длинна. Художественный руководитель, маэстро Андрей Медведев. Браво. Браво.
Сергей Зыков, Наталья Сорокина, Иван Беседин, Нелли Гафиатуллина, Петр Захаров, Яна Леонтьева. Спасибо. Режиссер сегодняшней программы Светлана Николаева. Спасибо, прям с вазой. Спасибо. Спасибо большое.